Вот под Минском на даче мы, опять свой уголок с друзьями. Самая такая тоже проблема вот эти была — выдернуть железные столбы, которым больше 30 лет. Стоял тут деревянный забор, еще Миша ставил, сосед. Дошли мы до нашей сетки, сейчас осталась одна секция поставить. Вот. Показываю все как есть, без прикрас. Это деревня. Здесь будет вот у Женьки сад будет разбивать, мусор уберется. Все потихоньку делается. Спасибо погоде, Господу Богу, что дал возможность. В сентябре, 24 сентября, плюс 24 градуса поработать. Ну, как, конечно, кусок работы с малиной. Теперь выставлю секцию, укреплю сетку. Вот сначала покажу. Здесь опять же кабачки наши. Участок здесь 8 метров. 8,44. А здесь мы продлевали в исполком. Селис исполком дал до конца. Еще туда. Этот участок уже 14 с небольшим метров. И вон до конца туда же. До большого дерева, до птичника. Вот такой же забор деревянный от соседа был ему. Да, больше 30. Трубы ставили тогда, видите какие. Что попало, то и ставили. Потом я эту сетку кинул, метровую, по-моему. Абы кабы было. Ну, теперь кривой дугой стоят эти. Кошмар, корней много. Это сетки по 2 метра. На уголке они тоже долго простоят. Ну и сетку эту оставлю здесь еще. Одна секция. И работа будет, мусор убрать, завершена. Всем добра!